Полотно «Тишина перед подъемом» – это те самые купола на Знаменском монастыре прямо на въезде в краевую столицу. Эти и другие картины с видами Барнаула сейчас экспонируются в выставочном зале на Ленина 111. Только в прошлом году здесь прошло 16 крупных выставок. Напомним, несколько лет назад зал принадлежал Союзу художников России. 6 лет назад экономическая ситуация не позволила Алтайской организации «Союз художников России» оплачивать коммунальные, содержание зала, штат сотрудников. И мы вышли к администрации города с просьбой забрать этот зал на баланс города. С тех пор это выставочный зал музея «Город». При этом Союзу художников предоставляется право на безвозмездной основе проводить 3 краевые выставки. Но алтайские художники едины во мнении – зал уже морально и материально устарел. Здесь плохое освещение, есть вопросы к системе хранения и развески. О том, что это пространство ждет реконструкция, стало известно накануне. Давно Союз художников выходил с предложением о том, чтобы реконструировать этот зал. Требует ремонта. Сегодня мы первоначально пообсуждали, как обновить этот зал и сделать этот зал, ну, более современным и попробовать его сделать все-таки многофункциональным. Выставочный зал, который достаточно большой по площади, который находится на красной линии главного проспекта города. И поэтому, конечно, потенциал у этой площадки очень большой. Сейчас, в 21 веке, уже существуют новые как бы стандарты выставочных современных площадок. И вот хотелось бы получить именно такой экспозиционный центр в городе. Теперь необходимо разработать проектно-сметную документацию. На это выделят средства из городского бюджета. В будущем зал ждет трансформация. Появится новое оборудование, зонирование помещений и, конечно, новые выставки уже в более солидном пространстве. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.